Next week, Харидан Тузефирде, Хазматан Зардамен Алтна Арстамбеко, Бизазар Бурбордо Шалю Комиссиясынан, Ючинчи Тажиндағы Бөлмеді тұрауыз, бұл бөлмі бірінші Бурбордо Шалю Комиссиясы, Сатекеге, Атайын пресс, журналистер үшін пресс-конференция өт көрілмек болчу, бірақ аға чейін, Ючинчи Тажға журналистер барчы олды, Азыр Ушыл Гүлнара Джурабаева, Назрал Арипов, Сенатор Абдрахматовалар, Атайын білдіру дезашаткен, Азыр Қандай білдіру екен сіздер менен біз менен қоса сіздер дағы түз эфирде көп ұластыра немесе кеттік. А ты кого мы ждем? Заседание прошло, да? Что, начнем тогда, да? Достал. А? Достал. Вы мне предлагаете начать, да? Хорошо. Ну, более... По старшинству. Хорошо, ладно. Так, представлять нас не надо, да? Там что бали гоем, бары стали сам, где там войсан бы? Таны. Абдрахматова Тырболпек, он обышкан мучусь бар төртөбүз. Турайм Нормбасармын. Назарбек Турдалиев Чарипов. Руководитель. Бышкан мучусь, агитация бойынша жумушчу топтун... А, мы нагетер. Жумушчу топтун башчысы. Джурабаева Гүлнар Курашбековна. Бышкан мучусь. Два часа заседания. Да, мы слышали. Сейчас мы поднимемся. А, Нагим Джилкатиева Елена, Джилкатиева Елена Джусуповна. Бышкан... Два часа заседания назначено. Бышкан мучусь. Так, Джилкатиенис, аппарат, вы на... Мишать отпекнда, бар, тетратор житр. Да, иди обеспечивай. Ну, ну слушали. Иди обеспечивай. Иди обеспечивай. Два часа. А. Отдай, забери. Ай, ты коварный дух-дух. Который вызван бы? Пошли раз. Нет, Атыра. Возвращайся. Мы вообще решили так экстренное экстренную пресс-конференцию созвать в связи с тем, что у нас сегодня, это уже в который раз, рассматриваются вопросы, созываются заседания, но нам не направляются проекты постановления. На самом деле проект повестки дня нам был направлен, а сами постановления, проекты постановления нам направлены не были. При этом я хотела бы сказать, что все проекты постановлений у нас по регламенту и даже ну, и на практике так складывается, что они должны проходить процедуру согласования, визирования. Если предварительно они должны быть рассмотрены на рабочих группах, они рассматриваются на рабочих группах. И в обязательном порядке они визируются юридическим отделом, если там вопрос финансового характера, то финансовым отделом. Почему я вам это говорю? Для чего? Чтобы сказать, что какие-то предварительные проекты постановлений и материалы к ним, они уже существуют. Соответственно, направить каждому члену ЦИК
Для того, чтобы был обеспечен равный доступ к информации, это не составляет труда. Сегодня, когда у нас было заседание на 11 часов утра назначено, я увидела просто по повестке дня, что там дополнительно по сравнению со вчерашней повесткой дня включены еще 4 вопроса, или даже 5 вопросов, да? И эти вопросы, конечно, требовали достаточно детального исследования. Что я имею в виду? Что прежде чем мы будем голосовать, мы должны сопоставить этот вопрос с тем, как регулируется он в самом законе. Это первое. И второе, какова была наша практика ответов на сходные ситуации. То есть единообразно ли мы применяем нормы. Поэтому, собственно, для того, чтобы быть очень уверенной в этом вопросе, то хотелось бы, конечно, чтобы все эти материалы и проекты постановлений к этим вопросам были к нам направлены. Это означает, что не менее чем хотя бы 3-4 часа нам для изучения таких документов необходимо, потому что мы же не можем помнить, в уме держать все нормы законодательства. Ну, что я могу сказать? Что у меня, конечно, есть свои нарекания к тому, как организована наша работа. Если вы, конечно же, знаете, что ЦИК, Центральная избирательная комиссия, это коллегиальный орган. Мы должны, даже принцип формирования нашего органа, он такой, что у нас не может быть, что прям 100% всегда мы согласны друг с другом. Это нормальный процесс. Но означает, что у нас у всех должны быть равные возможности обращения к различного рода субъектам. Вот я могу сказать про себя. И вот здесь есть руководитель аппарата ЦИК. Это принято решение без меня, без моего участия. Внесена поправка в регламент, в соответствии с которой, с этой поправкой, я не могу на бланке ЦИК обращаться к кому-либо с официальными запросами или с предложениями. И наш аппарат ЦИК не должен, оказывается, регистрировать такое письмо, если я пишу, но я, будучи членом ЦИК, за каждого из нас голосовал Жогорку Кенеш. И наши права, они в равной мере, они равны. Никто не может ущемлять мое право обращаться к кому бы то ни было. И, соответственно, значит, я обладаю таким же правом обращаться с запросом к сторонним организациям. Поэтому я считаю, что принципы коллегиальности нарушаются у нас внутри ЦИКа, но они точно так же нарушаются принципы коллегиальности и на нижестоящем уровне. Я могу пример привести ситуацию с Карасу, когда коллегиального решения ни участковой избирательной комиссии, ни территориальной избирательной комиссии не было. Просто один член ЦИК дал указание, а участковая комиссия это указание выполнила. Мы не являемся министерствами. У нас все эти уровни, они независимы. Однако те тренды, которые задаются здесь на уровне ЦИКа, они, к сожалению, реализуются и на уровне нижестоящих избирательных комиссий. Более того, мы не все имеем доступ к жалобам, поступающим в ЦИК. Вот я получила от коалиции замечание, что у нас есть сайт, через который можно заполнять эти. Специально мы эту функцию внедрили, чтобы можно было свободно обращаться с жалобой. Но мы эти жалобы должны узнать вообще, что они поступили. Если они не поступили, то мы же и не знаем о существовании таких жалоб. Вот коалиция через этот сайт направляла 2 жалобы. Я попыталась найти их, вот представители коалиции, эти жалобы мы не нашли. Хотя там была ссылка, что жалоба принята. Это означает, что мы не можем своевременно реагировать на поступившие жалобы и заявления. И это означает, что прозрачность работы каждого этапа, избирательного этапа, она не обеспечивается должным образом. У меня лично это порождает недоверие. Я, например, думала, что это все случайности, когда меня не включили, допустим, в рабочую группу, в ту, в которую я хотела. Вот я предлагала себя в рабочую группу по проверке подписных листов. Меня просто не позволили туда войти. Но тем не менее, это будет решать только какая-то часть, входить члену ЦИК в рабочую группу в определенную или не входить. И вот так дальше будет продолжаться. Каналы ждут. Нет, значит, вы не перебивайте, пожалуйста. Спасибо.
Два часа началось заседание центрального. Не началось, не надо. Не срывайте пресс-конференцию. Сейчас мы... Так. Бакыт, дайте нам 15 минут, и мы проведем и подойдем. Ничего страшного, бывало, что мы ждали членов ЦИК, включая даже одного председателя, по 2 часа. Бывало такое. Хорошо, спасибо. Скажите. Собственно, вот сейчас даже вот эта ситуация, когда мы председателя ЦИК можем ждать по нескольку, я не знаю, там по 20-30 минут или по часу, а вот четырех членов ЦИК не могут подождать 15 минут, это тоже свидетельство неравного подхода. Но мы обращаемся, собственно, наша пресс-конференция к чему? Мы обращаемся, мы пытаемся таким образом оказать давление на своих коллег. Потому что напрямую у нас не получается оказать это давление. Мы пытаемся, чтобы средства массовой информации, представители гражданского общества, и мы обращаемся к депутатам Чогорлу Кенеша, чтобы в этой ситуации они выступили арбитрами. И это уже, вот лично мое, это уже второе обращение к депутатам Чогорлу Кенеша, если не третье. Я каждый раз пишу им письма, и я пытаюсь, чтобы они все-таки тоже дали оценку той ситуации, которая у нас складывается внутри ЦИКа. Спасибо большое. Назад туда речь. Бұл жерде азыр мынау бізде білініп тұрады да, бұл Борбор шайлау комиссиясында негізінде мына азыр айыптаулар болып жатпай ба? Ушул біздің жетекшілігіміздің ұйыштыручылық жана башкаруучулук жөндөмү жоктугу билинип атат да. Бұл жерде ұйыштыруш керек, біз бардығы мыйзамдардың жетекчилигинде гана жумуштарды алып барыш керек. А біздің председатель Нуржан Кармаевдин бұл коллегиалдуу органды экенинди түшүнбөй атат окшойт да. Бул мурдагы иштеген иштери менен ошо мурда аткаруу бийлигинде жүрсө ошондой болот да. Бул жерде андай болбойт. 12 мүчөнүн Борбор шайлоо комиссиясына ар бирин өз ою болот, өзүнүн укугу болот ал жердечи. Ошон үчүн мен сиздерге калган кайгылуубуздун себеби ошол биз мыйзамдуулукту, акыйкаттуулукту ал жерден кийин бизде 8 адам көпчүлүк ал жакта болуп алып, бардык маселебиз чечилет дегенге бул жатпаш керек. Бул Кыргыз Республикасынын ушул шайлоого кешигүү мыйзамдын жетекчилигинде мыйзамдын чегинен чыкпай өзүнүн регламентибиздин өзүнүн жоболорун негизде гана жумуштарды алып барышыбыз керек. Бул жерде биздин негизги ушу төртөөбүздүн максатыбыз бардыгыга бирдей шарт түзүп берүү, бардык шайлоочуларга дагы бирдей шарт түзүп берүү. Бирөөдү баягы азчылык көпчүлүккө бөлбөө, бардыгы ошо Кыргызстанда тынч жакшы шайлоо өткөрүп, жакшы бир президентибизди шайлап алуу. Бул негизги биздин максатыбыз. Ал жерден кийин муну төрт адам отурасыңар, бардык маселелерибиз биздин айткандарыбыз өтүп кете берет, болобу болбойбу. Биз ал жерде барып катыша турган болсок, биз негизги ал жерде керек болуп атабыз. Ал жерде биз кворум түзүп бергенге гана. Ал жерде өзүн жанагы ишенич катын таштап кеткендер ал жерде башынан билет, кайсы темада болсо ошо темада ошол жака кол көтөрүп беришин алар билет дагы. Биз ушул төртөөбүз катышып атканыбыз негизги бул жерде Борбор шайлоо комиссиясынын керек нерсебиз бул кворум түзүп берүү болуп атат да. Мен муну мыйзамсыз деп ойлойм. Бул биздин председатель Нуржан Карбыбековуна 12 адамга бирдей мамиле түзүш керек дагы. Өзүнүн бул жерде коллегиалдык орган экенин билиш керек, бардыгын бирдей жумуш алып барыш керек. Мен айта турганым ушул. В целом я хочу поддержать своих коллег в плане того, что в настоящее время не существует равных условий и в принципе нарушаются некоторые наши права и законные интересы не только нас, но и избирателей, поскольку мы не можем достоверно и достаточно глубоко, изучив вопрос, выступать на заседании Центральной избирательной комиссии, поскольку вопросы и порой ставятся непосредственно в момент, когда проходит заседание. То есть мы не можем
просто-напросто обладать всеми теми знаниями и теми документами, у нас их просто нет, чтобы выразить объективную, законную и всестороннюю оценку тому или иному вопросу. Кроме того, я хотела бы сказать, что все те вопросы, которые ставятся на рассмотрение Центральной избирательной комиссии, они могут непосредственно по указанию либо председателя Центральной избирательной комиссии, либо, может быть, руководителя аппарата, без объяснения причин сниматься с рассмотрения, без уведомления, почему данный вопрос снят, на каком основании и по каким причинам. Поэтому мы сегодня здесь собрались для того, чтобы выразить свою позицию в том плане, что Центральная избирательная комиссия должна работать открыто, чтобы непосредственно все члены комиссии без делений на того, кого они представляют, от кого были выбраны. Мы все независимые. Мы представляем сейчас непосредственно тот орган, который обязан организовать честные и прозрачные выборы. Но в этом плане мы, в общем-то, имеем какое-то такое вот сопротивление. Мы хотим данный вопрос раскрыть общественности для того, чтобы добиться тех целей, на которые мы поставлены непосредственно на эти должности. Вот, спасибо за внимание. По вашей просьбе на 14:30 председатель назначила. Хорошо. Спасибо. Урматтуу Масалык Маалымат Кыргызстандын өкүлдөрү, сөзгө дагы чакырып кетем. Кыргызча бир ирет айтып кетейин. Биздин ушул менин коллегаларым айткан маалымат боюнча биз 1,5 жыл иштеп атабыз. 1,5 жылдын ичинде өткөн жыйындардын 90% 15 мүнөт жыйындын убактысына 15 мүнөт калганда борбордук шайлоо комиссиясына маалымдашат. Бүгүн 5:00 жыйын. 16:45 ушул маалымат бизге келет. Жолсо биздин ушул аппараттын жетекчиси чалып, жолсо ар кандай менен бизге маалымдашат. 15 мүнөт калганда жыйындардын 90% ушун бүтөт атат. Андан сырткары алдын ала жанакы материалдар берилбейт. Өзүңөр түшүнүп атасыңар. Алдын ала кандай чечим чыгарып атканыбызды, алдын ала биздин аппарат ошол суроолорду иликтеп, эмне себептен кайсы бир талапкерге каршы, эмне себептен кайсы бир талапкерди мисалы каттоодон баш тартабыз, эмне себептен башка талапкерди каттайбыз, эмне себептен бир арызга макул болобуз, бир арызды макул болбойбуз, четке кагабыз. Ошол себептерин алдын ала маалымдашпайт борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө. Биз талап кылганда тилекке каршы мыйзамды бузуу менен негизсиз себептер менен силердин укугуңары жок дейт. Мисалы, ошол эле эсиңерде болсо жазында өткөн Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо Атажурт партиясынын арызынын негизинде көптөгөн ушул участкаларда мыйзам бузуулар болгон деген арыз түшкөн. Биз көтөрүп чыкканбыз, келе эле ушул документтерди мыйзам боюнча шайлоо комиссиялар тууралуу мыйзамдын чегинде ар бир биздин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү кайсы бир бизде борбордук шайлоо комиссиясында болобу, ылдыңкы комиссиярда болобу, кайсы материал, кайсы документ болбосун, баарын алып, баарын көрүп, баарын изилдегенге укуктуу. Бул укукту эч ким бизге чектей албайт. Тилекке каршы, азыр көрүп атасыңар, көпчүлүк добушту колуна алып, төрайым биздин укуктарыбызды бузуп, силер алган укугуңар жок, караган укугуңар жок, бул секреттүү документ деп бекитип өзү кармоо отурат. Анын баарына өзүнүн мүмкүнчүлүгү шарты бар таанышканга, ойноо караганга, изилдегенге, анан өзүнүн оюн билдиргенге бизде андай шарт түзүлбөй эле. Ошол эле Кара Суу шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо болду жакында эле сентябрдын башында. Ошондо дагы мыйзам бузуулар 4-6 участкадан 4-өндө белгиленген. Келгиле көтөрүп баарын иликтейли, коомчулукка ачык көрсөтөлү, баары жайында экен, чындап эле мыйзам бузуулар болгон экен. Ким ошол бюллетендерди заказ кылган экен? Ким карап, ким ошолун баарын ылдыңкы комиссарга бөлүп берген? Ошонун баарын көтөрүп чыгып, изилдейли, баарыбызга бирдей маалымат келсин, ошонун негизинде гана биз чечим чыгара алсак, ага да макул болушкан жок. Андан сырткары билесиңер, жанакы биздин ар бир участкада асуу автоматикалык урналар аркылуу бизге маалымат келет. Ошол маалымат топтолгон биздин ички сайтыбызда бизге да кайра ушул борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө доступ жок. Ага бир гана төрайым, анан кийин ушул биздин IT кызматкерлердин экөө гана мүмкүнчүлүгү бар таанышканга, көргөнгө. Биз эмне себептен укугубуз жок десек, бул кечирип колда коопсуздук системасы керек, биз деген ушул маалыматты коопсуздук сакташыбыз керек. А эмне себептен Бош райкомдун төрайымы биздин укуктарыбыз менен тең болсо, анын укугу бар көргөнгө, биздин укугубуз жок. Анан ошол эле шайлоочулардын тизмеси менен азыр көрүп атабыз, форма 2 боюнча студенттерибиз зылдап атат, мугалим врачтарыбыз ыйлап атышат, күчкө салып атышат, бизге форма 2 толтур, тиги участкага тур, бул участкага тур деп ар бир кишилердин баарын ойнотуп ыргытып атышат. А эмне себептен шайлоочулардын тизмесине дагы төрайымдын киргенге көргөнгө укугу бар, барга башка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн андай укугу жок. Бул мыйзам бузуулардын баардыгы биздин ушул алдыда келе жаткан президенттик шайлоону мыйзамдуу, ачык, айкын өткөзүшкө чоң
күмән санын тудырат. Шол себептен біз, біздің бүгінгі шығарылуызды жор кенешке, ел аралық байқаушыларға, біздің жергілікті қоғамдық байқаушыларға, анан кесерге жолдойбуз. Сөзсүз түрдө буга чара көрүш керек. Чара көрүлбөй ошо ойдон калып калса, анда борбордук шайлоо комиссиясынын көпчүлүк чечимдери мыйзамсыз, негизсиз болуп калат. Рахмат. Эгер де суроо бар болсо, я хотела добавить еще вот одну вещь. Вот вообще все началось, знаете, с чего? С того, когда мы утверждали положение о рабочих группах, ЦИК, тогда было мое предложение, что составы этих рабочих групп мы должны все-таки обсуждать на заседании и принимать коллегиальное решение. Почему это было важно? Потому что, чтобы вот при обсуждении каждой кандидатуры учитывались ну, хотя бы какой-то бэкграунд, да, или принципы распределения, ну, чтобы было понятно. Но тогда, к сожалению, вот наши коллеги, они проголосовали за то, чтобы составы рабочих групп наших, они формировались приказом председателя. Я считаю, что это очень, ну, ограничивающая это очень ограничивающая норма. Она просто противоречит коллегиальной природе нашего ЦИКа, коллегиальной природе нашего органа. И в то же время она создает предпосылки, знаете, вот для, как вам сказать, для того, чтобы нужные люди проходили вот в одни рабочие группы и не проходили в другие рабочие группы. Помните, я говорила, что я хотела войти в состав рабочей группы по проверке подписных листов, но мне в этом было отказано. Хотя передавали, что вот я желала, вот, то есть до того, как это рассматривалось, этот вопрос. И, конечно же, видимо, в будущем принцип формирования Центральной избирательной комиссии, он должен быть немножко иной. То есть, наверное, вот не должно быть перевеса, может быть, в одну сторону. Или, может быть, просто прописаны права каждого члена Центральной избирательной комиссии для того, чтобы мы были... Нам не нужно было бы внутри ЦИКа вот таким образом вступать в какую-то полемику. Сро, вопросы? Вопрос, да. Вопрос такой, вы должны письменно уведомить представителя ЦИК о том, что не можете присутствовать на каком-то заседании, да? А, насколько я понимаю, ну, ваша группа, да, не первый раз срывает заседание, то есть как это нормально вообще или нет? Законодательство, во-первых, не предусматривает, что письменно кто-то из членов ЦИК должен извещать о своем отсутствии. Заседания Центральной избирательной комиссии организуются, подготавливаются, и наше уведомление – это обязанность, прямая обязанность председателя ЦИК. Если она информирует без 15:06, что сегодня будет в 6 часов заседание, то это плохая организация работы. Члены ЦИК не обязаны уведомлять, где они, на каком семинаре, какие тренинги проводят, на каких встречах, как члены ЦИК участвуют. У кого-то предварительного разрешения или решения, или указания брать они не должны. Это давление прямое со стороны председателя и большинства, которые ее пытаются поддержать. И введение в заблуждение общественности, вольное интерпретирование действующего законодательства и на самом деле узурпация власти в ЦИКе. Можно я вот просто скажу по поводу того, что срыва? Я, например, не помню такого случая, да, когда лично я была источником срыва заседания. Я могу объяснить про вчерашнее и про сегодняшнее. Сегодняшнее я пришла на заседание, но именно для того, чтобы выразить свое отношение, потому что если вот я просто опять приняла бы эти правила, давайте я буду сидеть, и вы мне будете тут же давать проекты постановления, да, то эта практика, она так бы и дальше продолжилась до 15 октября. Сегодня просто уже наступил такой момент, когда для меня это был вопрос. Ну, давайте я уже в конце концов, да, я вынуждена была устроить демарш, выйти. По поводу вчерашнего заседания, Тораин предупредила, сообщила, что на самом деле мое решение было по каждому вопросу. Мы с Кайратом Усмановиевым были на семинаре. И в 5 часов, когда все-таки заседания так и не было, мы с ним решили, что все уже, заседания не будет, что оно перенесено. Нас не сказали, что оно будет в 7 часов вечера. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы, собственно, с чистой душой и уехали с этого семинара. А больше вот спасибо. Таких случаев я, например, не помню такого. Можно? Я да. По очереди. Назарали Арипович, ушел журналист Негізгі мақсат мұндыр.
Торт, Борбошайлау комиссиясы чыкканыз негиз максаты Борбошайлау комиссиясы мыйзам талаасынан чыкпоо. Бизде мыйзамдарда кандай жазылган болсо, ошол жумушту аткарып. Биздин бул өзүбүздүн Борбошайлау комиссиясынын ар бир милдетибиз бар, ошого жараша укугубуз бар да. Ошол баягы мыйзамдар менен, регламент менен жана өзүбүздүн баягы жоболорубуз менен тастыкталган. Ошону менен айтып көтөрдүм да, бул жакта жанагы эле сөзүмдү кайталап берем. Ал жерде көпчүлүк 8 адам болуп туруп бар маселени чечебиз, биз только кворум гана керек деген маселе болсо бул туура болбой калып атат да. Мына кээ бир маселелерди айтып берем, кээ бир аттарын айтып алган, баягы Борбошайлау мүчөлөрүнүн аты менен. Мисалы үчүн жумушчу топ азыр агитация иштери өтө ушу кызуу жүрүп аткан учурда бизде жоболорду жазылып турат. Аны контроль кыла турган мен жетектеген үгүт иштерин контроль боюнча топ. Ага карабастан бул 2-3 адамга көрсөтүлөт. А биздин жумуш топторду кимдерди алганда ал жерде аппараттын адамдары, аппаратта мамлекет кызмат иштегендер үчүн түздөн-түз бул биздин мыйзам негизинде бул жетекчиликке биздин штатыбызга баш ийет. Ал жерде баардык ушул өзүнүн ушул кылган иштери менен баардыгын өзү контролдоого аракет болуп жатат. А биздин айтканыбыз бул жерде баарына тең шарт түзүлүш керек. Борбошайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн укугу бирдей, милдеттери бирдей. Биз баардык кылган иштерибизди мыйзамдарга таянып гана жумуштарыбызды аткарышыбыз керек. Просто я для русскоязычной прессы поясню этот пункт. Дело в том, что вот сейчас Назар Элитугалевич говорит о том, что поступают жалобы на, допустим, связанные с нарушением правил ведения предвыборной агитации. То есть такого рода жалобы должны впрямую попадать в рабочую группу по соблюдению правил ведения предвыборной агитации. Но часто такие жалобы отписываются в рабочую группу по рассмотрению жалоб и заявлений. То есть получается, что рабочая группа, которая призвана и она специализируется по агитации, она иногда бывает даже в неведении таких заявлений. Мисал менен айтканда азыр эле айтып кеттик, ушул жыйын эгерде саат кечки 6 өтө турган болсо, 6:15 мүнөт калганда бизге маалымдашат. Бүгүн азыр саат 15 мүнөттөн кийин Борбошайкомдун жыйыны болот. Повестка кетпейт, повестка алдын ала эчкимге жеткизилбейт. Повестка өзүнүн кайсы суроолорду карайбыз белгисиз. Андан сырткары мыйзам боюнча биз алдын ала бүт карал турган материалдарды колубузга алышыбыз керек, иликтешибиз керек, билишибиз керек. Өзүбүз Гүлнар Кошбекова айтып кеткендей талдап, мыйзамды карап, кандай добуш берерибизди билип алышыбыз керек. А бизге жанагындай орусча айткандай кота в мешке да көрсөтпөй туруп жашыруун мынакей эмеңерге компьютерге чарт бердик, ошол боюнча добуш берип коюу дейт. Анан ошол себептен тилекке каршы айласыздан мыйзам бузуп албайын деп азыр эле чийки ошондой жобо келгенде айласыздан каршы добуш бересиң. Кантип макул деп бересиң, эгерде көрбөй жатсаң? Барган көрдүңөр, жанагы эле кол тамга текшерүү боюнча инструкцияга каршы добуш бергенбиз, анткени абдан оорлоткон шарттарды кийгизишкен. Биз канча сунуш киргизсек, биздин сунуш өзүңөр көрүп атасыңар. Эгерде жыйындан мен сунуш киргизсем, эч качан ал сунуш шайлоодо эме добушка чыгарылбайт, мыйзам бузулат. Андан сырткары жанагы кол менен жазып алдын ала тааныштым повестка менен мен ушул макулдугумду билдирем деген арыздарды, биздин Борбошайкомдун мүчөлөрүнүн арыздарын төрайым, бул суроо боюнча булар макул дешти, бирок бул суроо боюнча макул эмес дешти. А негизи катта жазып турат, баардык суроолор боюнча макул дедим деп мисалы. Баягы күнү эле жакын арада ушундай бир сурообузду ошентип өткөзбөй койду. Бул узурпация, анткени бизде мыйзамда так жазылган. Ар бирибиздин укуктарыбыз бир. Төрайым менен анын орун басарлары биз ушул процессти уюштурушубуз гана керек. А бизге ушул уюштурганга да, өзү ичине алып барганга да эч кандай шарт түзүп берет, эскерсине чек коюлуп, андан да ойго бүтөр. Мынакей азыр суроо бергенде бизди каралаганга, аппараттын баарын мажбурлап каралаганга алып барып атышат. Негизсиз, себепсиз аппараттын баардыгы ар бир Борбошайкомдун мүчөсүнүн берген тапшырмасын аткарыш керек. Сөзсүз бизге аткарышпайт. Документтин баардыгын эгерде кааласаңар берем, аткарышпайт. Ачык эле бербейбиз документти, тапшырмаңды аткарбайбыз. Торайым мени жумуштан кетирем деп атат деп. Мыйзамсыз жумуштан кетирүүлөр толтура бизде. Анан бул узурпация болбогондо анан кантип ачыш керек? Узурпация. Азыркы баарыбыз түшүнүп атабыз, эсиңер президентти шайлап атабыз. Эгерде ушундай жашыруун коллегиалдык принципти, мыйзамдуулуктун принципин бузуп президенттик шайлоосун өткөзө турган болсок, Карасуу шаарында өткөн шайлоо болуп, анда биз элибизди кайра 2-3-4 бөлүп туруп ызычууга салып коебуз. Биз ошондон алыс бололу, мыйзамды сактайлы. Бир адамдын гана бул мекемеси эмес, үй эмес, бул коллегиалдуу орган. Я знаю, что вот вы не в первый раз, но ранее блокировали
Давайте вот это коротко отвечу на это. Это касается ведения нашей рабочей группы, рабочей группы по контролю и агитации. Здесь никаких нарушений нету. Если этот кандидат президент Бабанов это видео или аудиоматериал будет использовать в территории Кыргызской республики, это будет считаться нарушением. А данный момент встречаться куда-то иностранцу за пределами Кыргызской республики встречаться никому не запрещено. Спасибо. А потом можно скажу, да, как мы можем блокировать, если нам не дают повестку, если мы не знаем, какие вопросы будут рассматриваться. Это абсолютное вранье. Вопрос. Мы за одно сахто. Безим башка махтат, мы за одно сахто. Соблюдение законов, это саботаж можно рассматривать? Да. Соблюдение требований закона. Просто, знаете, я просто СМИ хотела предупредить, да, вот как бы проинформировать. Если по законодательству средствам массовой информации запрещено проводить агитацию без заключения договора с кандидатами. Если кто-то из вас начнет использовать материалы, ну, я не имею в виду вот сейчас Бабанова там или еще кого-то, то, конечно, санкции в отношении с ним будут. Вот просто имейте в виду, чтобы не как бы правильно было. Все, хорошо. Вперед, возьми сразу. 27 сейчас. Вдруг, когда это коснулось? Атырдаки. Урматты түз эфирден көрүүчүлөрү, биз менен кошо сиздер дагы Борбордук шайлоо комиссиясында болуп аткан окуяларга түз эфирге күбө болуңуздар. Буга чейин азыркы биз буга чейинки болгон Абдрахматова, Журабаева, Назарали Арипов, Жылкычыевалар чогултуган пресс-конференцияда Борбордук шайлоо комиссиясынын өзүндө мыйзам бузуулар болуп атат деген ой пикирди уктук. Азыр ЛТР телекомпаниясындагы бекер эфир алуу боюнча пикир эфир алуу боюнча чочоолак өткөрүлмөкчү. Анда эмесе түз эфирди биз менен кошо сиздер да көп болуңуздар. Урматтуу операторлор, дагы бир жолу сагынам, жылып алыңыздарчы кичинде, анан айлана бересиздер. Это не просто киши, это представитель канала. Оң жагына туруп алыңыздар, мына оң жака азырынча. Анткени өкүлдөр бизге сүйлөп атканда көрүнбөй калып атат, угулбай калып атат. Азыр. Он менен өчүк. Не все уже сказала. Я так считаю, поскольку вчера только у нас были жаркие дискуссии по поводу, вот, можем мы отступать или не можем отступать. Решили сказать не будем. Я хотел бы присоединиться вот к тому, что высказал Абель Курда. Индивидуальное выступление мы и так крутим. Но показываем это все. И то же самое обратно прокрутить на ЛТР, это просто, ну, беспечно. Народ хочет увидеть реально формат борьбы программ.
Только дебаты могут это обеспечить, либо круглый стол. Это самое вот то, что реально может показать, кто в какой части, какой кандидат в чем силен, у кого какая оказалась. Так, предложение. Поэтому я считаю, что мы не можем приступить к жеребьевке, поскольку ЕТР не обеспечил установленный законом формат. И уже вчера мы еще раз смотрели, недавно чем-то. Но второй раз, это просто... Биз өткөндө дагы маселени алып чыкканбыз, ошондон кийин ушундай форматты алып келишти. Баягы күнү менен кечинде заседанияга маселе сунуш кылганмын. Анан жок, мынакей убакыт деп туруңуздар, биз техникалык башка мүмкүнчүлүктөрүбүздү карап чыгалы деп суранып кетишкен, ошо кечирим сурашты, баягы күнкү сүрөт болгонго. Дебаттын форматын өткөрүш үчүн биринчи техникалык мүмкүнчүлүктөр керек, эми студия жасалбаш керек, башкы болуш керек. Бизде ал боюнча студия жасалбагандан эле биринчиден. Эми бул биринчиден. Биринчиден биздин Бишкектеги студиябыздын арзыдуулугу. Мен өткөндө өзүмдү айткам. Эгерде талапкерлердин баардыгы Ошко биздин студияга барып келгенге макулдугун берсе, биз ушул жерден 6-7 талапкерди бир отургузуптур дебатына берет стол өткөрөлү деген. Өзүңүз айтты, биз юридический адрес боюнча Ошко аталган. Ал жерде чоң студия бар. Эгерде ошол жака барып катышып келгенге мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, 5-6 талапкердин катышуусунда дебат жүргүзүп, тегерек стол уюштуралы деген эч ким макулдугун берген жок, колдогон жок мени. Эгерде андыктан демек бул Бишкекте калды. А Бишкектеги бизге тар студия болгондугуна байланыштуу 3 киши ал жерде кыргызча айтканда Тиги, бурун электерде дип кеткен жакка келди айыл такыр болот.
Биз ошону сурап атабыз. Баягында дагы, баягында бир маселеси ушул бизде жанагы экиден болгондо бул круглый стол болбой калат деп маселени койгонбуз. Экинчиси убактысы бизге сурай берет келемиз. Анда сиздер дебат кыла аласыздарбы? Дебат кылганга бүгүнкү күндө азыр мисалы убакыт кар калды бизге кыйын болду. Компромисс так плачет, компромисс. Мен базар күнү дагы, биринчи, экинчи күн, кече кечинде дагы, түнү дагы бир убакта чейин Айбек мырза менен Кылыч мырза келип. Мен эки жолу бардым, алар бир беш жолу келишти. Улам улам 15 мүнөттөн жылдырып отуруп акыры убактысы келди. Биз сурап аткан убакытта келди. Анан эми акырында мен кечинде мен башка жагы убакыт берип же убакыттыр дагы башкача вариантын ойлонгула дегенге менде башка жол жок болду, убактым жок болду. Ошон үчүн мен эртең убакытты сүйлөшкөнбүз, биз средачыны Жерибекке өткөрөбүз деп. Акыркы ушул вариантын бер мүмкүнчүлүгүн деп анан ушуга келип отурабыз. Хотя бы экиден, э? Да, хотя бы так, да. Завтра мы соберемся на Азыр индивидуальное выступление со жеребьевкой остается. Зачем отделять? Сейчас мы друг отпустим, а время. Индивидуально до вакцины купили, пока на нее стоят. А на глаз, а что пора? Ими, и к сидем богом, да ими, веду еще когда кет плато, то с минут там было так. Индивидуально 15 минут оставить, а все остальное оставить на дебат. Бизде түшүп калган эки сеткарыгем болот. Ал жерде алдын ала акчасын төлөп койгон талапкерлер бар, коммерческий рекламный роликтер бар, коммерческий программалар бар,